Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки. Хотел бы в сегодняшнем выпуске показать, как сделать поводок. Поводок для поплавочной ловли. Также для ловли живца и так далее и тому подобное. Для чего делаются вообще поводки? Если вы ловите на основную леску 0,2, 0,25, 0,4, 0,5, 0,7, 1,2 мм, поводок ставится для того, чтобы не оборвать всю снасть. Это, во-первых, его предназначение. Во-вторых, предназначение его для того, чтобы поймать более аккуратную рыбу. То есть, если она не попадается на леску 0,2, у вас основная леска стоит 0,2, можно поставить поводок 0,12, 0,16 мм для того, чтобы она... Ну, аккуратная рыба — это подлещик прежде всего, густера, плотва и так далее и тому подобное. Белая рыба, которая настороженно относится в тех или иных условиях к толстой леске. Если она активно клюет, то можно, в принципе, без проблем ловить и без поводка. Но на данном примере возьмем леску 0,16 мм. Отматываем необходимое количество. 0,16, допустим, карасевая. Берем крючки номер 10. Открываем пачку, достаем крючок. Достали крючок, далее. Как привязать крючок, у меня есть видео в плейлистах. То есть вы можете посмотреть. Те, которые только начинают рыболовный путь свой, можете посмотреть в плейлистах, как привязать крючок. Привязывается крючок. Обычный узелок. Хоп, привязали, подтянули, проверили, держит. Так далее. Поводки бывают разных размеров, соответственно, разной длины. Я использую в среднем для ловли на поплавок там в стоячих водоемах. Берем для примера пруд, обычный пруд. Сантиметров 15-20 сантиметров вполне будет достаточно. Берется вот так вот леска, делается ушко и, соответственно, вяжется. Раз, два, три, ну и четыре будет вполне достаточно. Делается ушко. Все, поводок готовый. Поводок связан и готовый. Обычно поводки я навязываю в начале сезона там и уже непосредственно ношу с собой по водоемам. Вместе с мотовилами. В рюкзаке находятся они у меня в специальной коробочке или же в специальном пластиковом мешке. Крючок готов. Для хранения поводков я советую брать мотовилы. Мотовилы бывают разной длины, и в среднем где-то на одном мотовиле у нас, сейчас покажу, где-то по 20 крючков можно, то есть 10 сверху, 10 снизу. С одной стороны можно 10, и с другой стороны можно 10 навязать. Вот они готовы уже. То есть непосредственно для ловли прихожу на водоем и уже просто оцепляю и делаю монтаж непосредственно для ловли. Здесь у меня вот эти у меня для донки навязаны, эти у меня для пруда, соответственно, они подписаны. По толщине лески подписаны 0,18 поводок, 0,18. Соответственно, когда поставим ложь, уже знаешь, это уже 0,2 у меня навязанное. Эти у меня крючки. Да, и крючки навязываются в зависимости от рыбы, которая ожидается ловить. Это под плотву, под клейку, под мелкую рыбу. И, соответственно, уже крупная. Это для ловли на реках. Такой рыбы, как голавль. Такой рыбы, как там лещ. Соответственно, крючок вы привязали. 0,16 леска. И вы его просто берете на мотовило. Сейчас возьмем любое мотовильце. И на мотовило оставляете. К
крепите на мотовилу, и также оно хранится. Все. Все, все, что я хотел показать в этом видео, рассказал. Если у кого какие будут вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Все, всем удачи, удачных рыбалок. Пока-пока. Thank you.